выдумать? Единая Россия, это главенствующая партия, да, у нас? По поводу сбора. По поводу вообще, этот бизнес все-таки коррупционный, это раз, выгодный, это два. И почему берутся население? У меня нет микрофона, да, слышно меня или нет. То, что этот бизнес выгоден везде. То, что этот бизнес выгоден, это известно, потому что во всем мире это один из наиболее прибыльных бизнесов. Особенно в Италии, не ада. И я вам хочу сказать, этот бизнес в мире имеет достаточно четко структурированную как бы национальную особенность. То есть в каждой стране это завоевывает какой-то клан. И очень тяжело отдает вообще образы правления каким-то образом и так далее. Вы, в принципе, должны понимать, что любой мегаполис, он крайне зависим, понимаешь, от людей, которые вот этот мусор разгребают, потому что иначе этот город, он выдыхает. Понятно.